О выходке 4-летней дочери Пугачевой гудит вся страна. Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза приняла участие в Московской неделе моды. Традиционно показ моделей закрывается нарядом для невесты. В нынешнем году модельер Валентин Юдашкин выбрал для этого самую юную модель – белокурую красавицу Лизу Галкину. Она уверенно прошлась по подиуму в роскошном платье с фатой, сорвав аплодисменты восторженной публики. Очевидно, малышке не впервой позировать перед столь пышной аудиторией. Видео публиковала в своем инстаграм мама начинающей модели. Сама Алла Борисовна на показе не присутствовала, так как была в это время на концерте давнего друга, поэта-песенника Ильи Резника.